Всем здравствуйте, меня зовут Сергей, и я хотел сказать несколько слов о сеансе, который буквально недавно закончился, да, у гипнолога и слипера, у Светланы и Якшигуль. Это, конечно, непередаваемые эмоции, не только физически, скажем так, да, когда происходит какой-то возврат энергии, да, то есть ты ощущаешь это всем своим телом, но еще и это очень глубокая проработка тебя изнутри, потому что вот в этом сеансе я нашел, скажем так, глубинные ответы, да, такие вот внутренние на какие-то ситуации, да, в моей жизни, на какие-то состояния. То есть в сеансе находится причина, она раскрывается, да, то есть ты ее осознаешь и убирается, да, на тонком плане, скажем так. И через это, да, через осознание, понимание, через отключки от всяких различных оттоков энергии происходит возврат твоей энергии, да, то есть это процесс может довольно-таки во времени растянуться, да, возврат энергии, но уже в процессе самого сеанса это, конечно, было ощутимо, то есть подъем эмоциональный, подъем энергетический, он очень хорошо ощущается. Вот. Ну и наряду с этими, как я уже сказал, это очень вот это вот, не знаю, как сказать, вот суть. Суть раскрывается, суть того, то есть ты начинаешь понимать, куда действительно тебе направить свое внимание, да, то есть где приложить усилия, да, то есть в чем себя проработать, чтобы какие-то подобные вещи там более не случались, да, чтобы таких путей вот этого такого сложного какого-то опыта, да, не привлекать свою реальность. Поэтому, конечно, очень эмоциональный сеанс получился, да, чистки. Он длился более часа, где-то в пределах полтора, и даже не за временем, то есть он пролетел мгновенно, то есть это просто кладезь информации, которая вот, знаете, как бьет прям туда, куда нужно. То есть 10 из 10 попаданий в то, что ты услышишь. Поэтому я очень рекомендую, да, то есть тем, кто откладывает, или тем, кто интересуется, но сомневается, это действительно стоит того. Я тоже очень много занимаюсь собой, саморазвитием, да, и для меня вот сейчас, ну, подошел вот такой период, когда я встретил эту информацию про гипноз, да, через слипера, через гипнолога. Она мне очень сильно отзывается, и вот я получил эту возможность, воспользовался ей, и, конечно, я очень рад. Я очень рад и рекомендую, конечно, каждому посмотреть на себя со стороны, изнутри, увидеть действительно, что нам мешает. Да, то есть наполнять свою жизнь счастьем, любовью, да, ведь мы сюда пришли именно для этого. Вот, и да, через определенные опыты мы получаем что-то, да, то есть делаем, улучшаем свои качества. Вот, но иногда все-таки есть то, что, скажем так, несанкционировано, да, приходит к нам, то есть то, что не запланировано, то, что мы где-то получаем ненужное, да, то есть от этого всего данные сеансы очень хорошо помогают избавиться и, скажем так, скинуть вот этот балласт, да, который вот на нас висит, скажем так, чтобы мы могли с легкостью двигаться дальше по своему жизненному пути. Поэтому я благодарю Светлану и Якшигуль, да, за этот прекрасный сеанс и желаю им на этом пути развития и успеха.